Ребятушки, всем огромный турецкий солнечный привет с такой классной погодой. Мы с вами в Турции, естественно, в Анталии. Кони Алты у нас райончик, и это у нас с вами Лиман. Сегодня покажу вам очень классную квартиру, прям вообще горячий пирожок. Честное слово, это не какой-то рекламный слоган. Все, сейчас с вами возвращаемся туда в начало, в визуальной группе, и начинаем видео. Пойдемте посмотрим квартиру. Мельда Палас, комплекс, очень хороший комплекс. Я здесь уже был, как-то снимал. Вот, и сейчас покажу вам, что здесь внутри, смотрите, на входе охрана. То есть так просто не зайдешь, там у нас въезд в подземную парковку. Вы ее сейчас увидите попозже в этом же видео. То есть есть вот подъем для колясок, чтобы можно было удобно подняться, и есть просто лестница. Вот видите, все, стоит охранный пункт, там камеры, охрана и все. Так, ну давайте заходим, покажу вам территорию. Здесь у нас сите состоит из нескольких блоков. Пойдемте прогуляемся. Очень красивая территория. Пальмы, да. Кто-то видел этот комплекс зимой, я показывал, да. Бассейны не работали. Пихты, облепихты такими зелеными не были, не цвели. Видите, есть такие подсветка такая у нас идет вечером. Тоже все очень симпатично. Есть у нас искусственные. Что-то типа фонтанчик. Вот здесь маленькая такая речушка. А, хотя это значит, что это у нас детский бассейн. Вот вижу, что там люди прямо с детьми вот так вот купаются. Сильно смущать их не буду. Так вот, краешком пройду. Туда дальше еще ходит территория у нас. Пойдемте за туда и пройдем, да? Сейчас в бассейн вернемся. Там очень такая красивая зона. Вот так вот в обратную сторону глянем, я вам покажу. То есть, блин, территория реально очень красивая. Очень классная. Цикады сейчас везде у нас тоже. Но они не сильно жестко стрекочут, потому что есть такие места, где прям задавливает. Прям шум, прям на камеру ожгается. Здесь нормально, приятно. То есть, пара цикатов сидит. Но сейчас это у нас август месяц. В августе всегда так, в июле. В июне их вообще нету, тишина. Вот, я так и сделаю. Так, все, здесь у нас конец территории. Здесь можно тоже в автопарк спуститься. Подземную парковку. Вот там вот у нас нижние этажи. То есть, у кого гиришь, то есть можно себе вот так вот качели ставить. В общем, свою зону отделывают. Очень красиво, видите, кто-то вот так вот делает. Ну, очень многие почему-то не любят здесь. Кто мне пишет, что я говорю: Женя, найди нам квартирку, но не гириш. Но я, на самом деле, люблю гириш. Но есть просто очень хороший гириш. Вот здесь будет не гириш. Сразу говорю, сейчас покажу вам. Вот в этом корпусе у нас будет квартира. Сейчас мы туда дойдем. Сейчас пока территорию пойдем посмотрим. Так, ну что, пойдем посмотрим. Вот у нас, видите, мостик такой вот слева. Детишек можно в маленьком бассейне покупать. А вот здесь уже большой бассейн для взрослых. Очень симпатично, очень красиво. Видите, вокруг столики. Там шезлонги. И внутри у нас еще кафе. Сейчас тоже заглянем, посмотрим. Кафе с сюрпризом. Там есть сюрприз. Видите, вот так и по кругу вот так вот идет. Так, ну смотрите, с сюрпризом. Там у нас есть спа-зона. Сейчас я вам покажу. И там массаж можно дальше заказать. Очень классно. И можно здесь также выйти, идти покушать, заказать. Или по телефону заказать. Прямо домой вам привезут. Слушайте, зимой гуляли, сейчас, да, совершенно все отличается. Вот так вот шезлонг. Видите, душ есть, все есть. Так, вот здесь, смотрите, беседка. Можно быть посидеть. Да, так, здесь у нас вот проход на детскую площадку. Так, вот, видите, раз зашли, здесь детская площадка. Горки, качели. Для деток тоже прям комплекс больше, чем у нас. Вот это детский еще такие качели, на пружинке что-то. И зеленушка тоже есть. Видите, там еще место солнечное. Детки не сгорят. Видите, прям горки в тени. Так, давайте я вам покажу, сколько до моря. До моря где-то вот по линейке 1 километр 380 метров. Соответственно, пешочком плюс какие-то закоулочки там будет, ну, чуть-чуть побольше. Ну, где-то во времени минут 15, наверное. Ну, здесь очень рядом, если там ходите, все, и прямая дорога. И пошли туда на море, там Табуачай, кто знает, большая дорога. Но не объездная, объездная — это другая дорога, потому что многие путают это дальше, которая как раз разделяет Хурму и Лиман. Здесь у нас как бы Лиман, но по документам вроде как Хурма там числится. Но условно все разделяют, что Хурма там, за объездной дорогой, Лиман здесь. Здесь до объездной дороги еще прилично. Так, ну что, пойдемте вот сюда зайдем, посмотрим, что у нас тут. Здесь, смотрите, тоже можно посидеть, заказать себе напитки, покушать что-то по меню. Вот так вот, еще мороженка прикупить детям. И вот так вот можно спуститься вниз. Сюрприз, который я вам говорил, это баня, сауна. Вот это все входит в стоимость
Айдат, смотрите, есть зона отдыха, можно развалиться. Потом, смотрите, есть сауна, сейчас никого нет, как раз вам покажу. Работает, представляете, лето. Ой, кайф, вообще сказка, я прям уже соскучился по этому запаху. Темноват, правда, но просторный сауна, вообще. Так, здесь у нас что еще, массажная комната, то не будем заглядывать, вдруг кто-то делает массаж. Слушайте, обалдеть. Летом работает сауна, у нас это не работает, ни зимой, ни лето. Здесь чинджрумы, переодевалка и турецкая баня еще. Надеюсь, не правильно. Вот так вот, смотрите, оп, тоже работает, все горячее. Мужчина ходит. О, класс, давно не было. Обалдеть, конечно. Слушайте, ну это прям вообще топчик-топчик, да? И баня, и сауна работает. Компас шикарный. Блин, квартиру сейчас увидите, я просто ее уже поснимал, а комплекс вот сейчас попозже снимаю. Блин, мне прям кажется, это вообще за эту цену 245 тысяч евро цена. Это прям вообще шикардос. Блин, меня удивило, насколько вот ходим, чтобы вот баня и сауна работала зимой. Я такого не видел. Блин, класс. А зимой-то вообще это милое дело бы. Ладно, все, пойдемте посмотрим квартиру. Так, куда писать, если кто не знает, вы мне пишите под видео в Инстаграм, во ВКонтакте или же на почту. Я там все ссылки оставляю снизу под видео. Прям заходите и пишите мне лично. Вы сюда прилетите, вот, я вас встречу вместе с агентством, возьмем менеджера, приедем, покажу вам квартиру, вот, все посмотрите. И все официально, по всем документам, все, квартира проверена. Поэтому надежности можете быть на 100% уверены. Все, поехали, покажу вам квартиру. Оп. И смотрите, лифт такой со стеклянным этим окном. Как все с подсветочкой сделано, так дизайнерски все, стильно. Так, лифт свеженький, все новенький, смотрите, как приятно. Как в отеле, можно подниматься и любоваться водопадом. Так, у нас здесь второй этаж. Там у нас, смотрите, где вход, это гириш, потом первый турецкий, второй турецкий, третий русский этаж. Пойдемте посмотрим. Так, ну что, заходим. Давайте посмотрим. Здесь у нас 2 плюс 1, 90 квадратных метров. Так, здесь, смотрите, вот этот домофон, про который говорил. Шкаф, зеркало большое вот такое. Так, здесь у нас комната душ. Сейчас пойдем с гостиной начнем. Подсветочки, видите, как все сделано, прям встроено. Вот так вот. Стиралка, духовой шкаф, все, вентиляция. Все идет, все остается так, как есть. Холодильник, то есть вот так вот давайте назад посмотрим и плавненько вот так сюда развернемся. Это у нас гостиная, очень большая гостиная, просторная. Так вот, стол, есть диван, тоже можно расклад, мебель все остается. А, кресло, телевизор и смотрите здесь, как прикольно. Вот здесь два балкона, раз и два. Сейчас откроем, я вам покажу. Вот так вот, опа, откатывается. Здесь можно сделать себе вот такой вот, ставишь кресло и просто... Гигантский обзорный вид, вот такой простор, вот туда вот, на зеленушечку, очень красиво. Так, давайте здесь выглядим, посмотрим, у нас вот так вот здесь вид, туда вот. Так, закрываем. Так, система кондиционера здесь, смотрите какая, то есть здесь не сплит-система, а здесь такой центральный кондиционирование, то есть вы кнопку нажимаете, опа, все, вот там отключилось. То есть никаких блоков у вас на балконе не будет, которые будут шуметь. По кондеям, сейчас я вам покажу, где они спрятаны. Они спрятаны вот в таких отсеках специальных, декоративных, видите, не видно. Поэтому у вас своя слит-система получается, собственно, не центрально, никак в отеле. Поэтому такая ставочка вам чуть-чуть, чтобы понимать, только сейчас сам узнал. И все, выставляете температуру, у вас все работает вот так. Мебель, ковры, вот это все-все-все остается здесь. Подсветка, видите, как свет идет, там идет и спотовый плюс еще. Ну, можно также и закрыть, и также у вас будет огромнейшая панорама, кто любит. Очень-очень классно, конечно. Сел и сидишь, любуешься. Красота. Так, пойдем вот на этот балкон еще выйдем. Покажу вам, что здесь. Так, здесь у нас огромный, я сказал, балкон. Реально очень большой. Смотрите, красота какая. Отсюда горы даже видно. Горы Хурмы. Вот здесь у нас поле. Там речушка небольшая пускает. Цикаты. У нас тоже они шумят. Ну, на самом деле, приятно. Мне нравится. Не очень сильно, потому что есть места, где сильно шумят. Здесь я считаю, что нормально. Ну, смотрите, пальма. Вообще, да? Рукой дотянуться, как у нас бывает в некоторых местах в отелях. Это вообще просто сказка. Там у нас море. Вот. Здесь, смотрите, вот так я вам еще покажу. Можно что сделать? Смотрите, здесь бойлер стоит. Есть вывод туда, в квартиру. То есть здесь можно либо второй бойлер поставить, либо же двухконтурный котел повесить вместо этого. И у вас будет отопление. Сейчас я вам покажу там батареи. Здесь тоже краник с водой, как и во всех турецких балконах. Я очень люблю, просто раз, все залил водой, резиновая швабра вот такая специальная, все, и прям швабра резиновая туда вот в этот сток воду согнал. Очень круто, блин, вид классный, конечно, да,
И гор даже видно. Так что всем любителям гор большой привет. Так, пошли дальше смотреть. Так вот еще вам отсюда покажу, так вот, чтобы вы могли увидеть плавненько. Так вот, смотрите, вот здесь вывод под батарею, да, и вот так вот в каждой комнате они сделаны. То есть вся разводка уже есть, ничего долбить не надо. Просто звоните мастера, вам вешают радиаторы, систему запускают, и здесь можно даже на воде делать, не без специальной жидкости, тоже заморозков нет. Так, пойдемте дальше с вами, перемещаемся. Вот у нас вход, где мы заходили. Двери давайте вот так вот, да, по порядку начнем. Туалет. Санузел, да, душевая кабина. Здесь, кстати, ванная очень большая. Мне кажется, здесь можно даже ванну впихнуть, если кто хочет. Здесь реально большое пространство. Вытяжка открывается, закрывается. Оп, все, там сеточка стоит специально, чтобы никто не ползал. И вот так вот раковина, зеркало. Все чистенько, все, знаете, такое прям ухоженное. Так, давайте выходим. Так вот, давайте, чтобы вам для понимания. Пространство квартиры. Да, кстати, вот здесь датчик движения есть, то есть чуть сигнализация стоит. Сюда заходим. Здесь у нас первая комната. Здесь у нас, да, 2 плюс 1. Также пульт от кондиционера. Там он тоже съемный. Ну, просто так вот можно на двери, чтобы не терять. Также вот раз включаете, все и запускаете. Здесь шкаф. Кстати, вот комнату вам сначала покажу. Вот так вот обзор. Здесь телека нет. Там телек тоже остается. Все, все ковры, все вообще остается. Шкаф. Ну, не буду открывать, да, такой большой, вместительный такой. Почти как встроенный изголовье такой кровати. Видите, все так стильно, подсветочка сделана. Вот, то есть такой дизайн присутствует здесь в квартире. Розетки, тумбочки, вот так в обратную сторону с вами смотрим. Здесь у нас, смотрите, тоже выводы под батареи, они тоже есть там. А, и, кстати, да, роль ставни здесь во всей квартире. На электронном управлении, то есть кнопочку нажали, закрывается. Кнопочку нажали еще раз, остановили, захотели, либо сразу на открывание. И большой плюс, что можно запитать сюда розетки специальные. Туя называется Smart. На Алике продаются, на Алиэкспрессе. Вообще недорого стоит. Можете все это установить и удаленно управлять. Хоть из России, хоть из другой страны, вообще откуда угодно. Вот, и вообще можно умный дом себе подвязать, сделать, и все у вас будет. Так, давайте здесь открываем. Также можно на проветривание открыть. Также можно открыть полностью. И вот отсюда у вас будет такой вот вид. Так вот. Кстати, да, сторона здесь, видите, то сейчас у нас уже сколько время? 3 часа дня, и солнце вот только начинает приходить вот на эту сторону. То есть там, где мы с вами были, вот гостиная, балкон, там получается более такая северная сторона, то есть там солнце только сейчас приходит, а на том балконе вообще только к вечеру, под закат, наверное, будет. И получается, квартира будет не жаркая, то есть летом не будет не жарко. Так, закрываем. У меня примерно такое же расположение. То зимой не холодно, никакой плесени, это же хоть какие-то слухи, что плесень, еще в квартирах вообще ничего нет, тем более это не гириш. На некоторых гиришах, да, бывает, надо смотреть, гириш — это первый этаж, гиришка от Турции, так называется. Так, выходим и давайте заходим с вами во вторую комнату. 2 плюс 1, так, эта комната у нас немножечко поменьше. Кровать, шкаф, кондиционер точно так же там висит, все. И давайте вот сюда еще глянем. Ну и точно такой же балкон. То есть видите, как здесь, как французский балкон идет. В той комнате вы это также открываете и закрываете. Вот такой вот вид получается на эту сторону и туда. То есть не на одну сторону вся плоскость получается. Можно открывать, допустим, в этой комнате, то и у вас будет так вот продуваться ветер. Так, ну как вам квартира? Пишите. Мне очень нравится. Прям все симпатично, чисто. Так, давайте с вами спустимся на минус первый этаж. Здесь есть подземная парковка. Пойдемте сюда смотреть. Так, здесь подземная парковка. А, да, кстати, вот велосипед. Я вам сейчас покажу. Вот велосипед здесь вставляете. Все, машинки там детские. Здесь подземная парковка у нас. И тут автоматически, видите, начинаете ходить. Датчики включаются. То есть машина место не закреплено за конкретной квартирой. То есть заезжайте, ставите на свободное место. Парковка очень большая. Видите, там мотоциклы, велосипеды. Тоже нужно где-нибудь здесь вставлять. Очень большая парковка. Туда, видите, уходит все. Можно прямо на лифте спуститься, машина села и выехала, машина не нагревается. Очень хорошо. Так, ну что, ребяточки, как вам? Блин, мне кажется, это вообще просто честно, да, вот за такую цену. Сейчас то, что на рынке есть, здесь даже другие квартиры дороже продаются. Это вообще прям реально лучше из лучших, мне кажется. Кого заинтересовало, пишите мне под видео, вы знаете, ВКонтакте, в Инстаграм или же на почту пишите. Все, прилетите сюда, здесь вас встретят, я с вами тут погуляю, посмотрите квартиру. Вот, и все приобретете себе, купите. Все надежно, я эту квартиру знаю, продают ее мои знакомые. Вот, поэтому, ну и агентство тоже как бы все документы вам покажет, все сделает, все проверки, все, что хотите. Вот,
все сделать как положено, это 100% конечно же. Очень-очень много туристов, у меня теперь квартира в Турции, здесь только все надежно. Даже оливковые деревья, по-моему, да, у нас? Или что это такое? Класс, я прям вообще, прям балдею, розочки действительно, можете, если вы любите что-то высаживать, тоже можете что-то посаживать, это разрешается. Зеленая территория, травка, есть тенек, там с детишками полежать, поспать на колясочку, это просто балдеж.